Так, всем доброго утра. Сегодня хочу приготовить очень вкусное блюдо. Вкусное, полезное. Это будет тушеная фасоль с грибами. Очень легкий рецепт. Абсолютно ничего вкусного. Нет, вкусно как раз-то. Абсолютно ничего сложного. Фасоль уже замочила. Ночью она у меня мокла. Вот так вот разбухла. Сейчас буду ставить ее на маленький огонь. Что нам для этого понадобится? Вот такой вот лук. Ну, если маленький, то две головки можно. Вот такие две средние морковки. Чесночок. Чеснок вот у меня начал уже портиться. Ну, для зажарки в конце он подойдет. Приправа по вкусу. Смесь перцев. Томатная паста. И буду использовать маринованные опята, так как очень много опят осталось с прошлых лет. Но перед тем, как их использовать, буду обязательно вымачивать, потому что они с уксусом, и чтобы уксус не испортил вкус. Вот, сейчас в друшлаг, по-моему, так правильно, и буду промывать. И, само собой, сушеные травки. Петрушка с укропом. Розмарин, базилик и сельдерей, листья. Ну вот, в принципе, и все. Сейчас промою опята. Нормальные. Только что, как обычно, уксусные. Да доставайтесь. Их даже не отличишь от замороженных, либо просто отварных, если их хорошо промыть. Я уже не один раз так делала, и салаты добавляла, и супы, поэтому... Очень хороший способ использовать закатки вот таким вот образом. Так, попробуем. Ой. Все. Почти нормальные. Если немножко даже и останется привкус уксуса, то это ничего страшного. Это абсолютно... Вот эта кислинка легкая, она не помешает. Потому что, чтобы совсем их избавить от уксуса, это их надо долго-долго вымачивать. Наверное, тогда уже и грибного вкуса не останется. Итак, сейчас хорошенько-хорошенько промоем. Все. Пускай стекают. Так, буду резать лук. Масло использую. Оливковое масло. Только такое для жарки. Экстра вирджин для жарки не подойдет. Использую только оливковое, потому что при жарке не образовывается канцерогенов. Так, плиту. Лук такой большой, поэтому использую один. Пополам перерезать. Вот так вот.
пока еще сбрасывать не буду, пускай лук немножко пожарится. Мы получили по морковочке. Так. Грибы буду сразу добавлять в фасоль. Обжаривать я их не буду. Водичка стекла. Вместе с фасолью. Все, сейчас лук до золотистого цвета пожарится. Заброшу морковку. Немножко подвялю морковку. Потом всю приправу. Практически в конце 2 или 3 ложки, даже, наверное, 3 ложки столовые томатной пасты. И в самом-самом конце чесночок. И зажарка для фасоли будет готова. Готова уже. Фасолька варится. Все, фасоль сварится. Буду все смешивать. Забросила зажарку. Сейчас 5 минут это все прокипит. И буду выключать. Фасоль полностью готова. Вот такая вот фасолька тушеная с грибами получилась. Сейчас попробую на вкус. Прямо горячая еще. Очень вкусно. Всего в меру. Такая за счет томатной пасты кисло-сладенькая. Очень простой рецепт, недорогой. Все, приятного аппетита и большое спасибо за просмотр.